Всем привет! Добро пожаловать на наш очередной лайв-класс, посвященный на этот раз работе с Avid Media Composer. Я не буду останавливаться на причинах, по которым, возможно, вам захотелось работать в Media Composer. Я думаю, что раз уж вы пришли в этот лайв-класс, то у вас есть на то свои, свои мотивы. Если же все еще находитесь на распуте, я вам предлагаю посмотреть другие лайв-классы, которые у нас есть, например, посвященные монтажу такому же быстрому старту в премьере и в 10-м финалкате. Более того, у нас есть отдельный лайф-класс, посвященный вопросам выбора монтажных систем. Да, если вы, допустим, еще не знаете, какой монтажке отдать свои предпочтения, есть специализированный разбор, почему, что и как в каждой из монтажек хорошо, что плохо, и такое пошаговое сравнение. Но сегодня я буду монтировать только в видео. Uh, поэтому, ну, иногда, может быть, буду делать отсылки к другим монтажным программам, но в основном это будет uh, в чистом виде Авид. Uh, сегодняшняя работа будет разбита на определенные этапы, и, собственно, эти этапы монтажного процесса перечислены вот здесь, на этой схеме. Начнем с импорта файлов. В авиде это называется link, линковка файлов. Отсмотрим материал, сделаем черновой монтаж, uh, полирнем какие-то склеечки, добавим музыку. Ну, в нашем случае это музыка не просто звук добавим титры и еще раз финализируем монтаж финальным тоже взглядом посмотрим и экспортируем получим готовый мувик